Привитос, амигос, продолжается Ведьмак. О боже, это у него факел в руке или огонь бенгальский, почему он так трепещет? Короче, пришла внезапная новость в группу. Оказывается, поляки CD Projekt Red зарегистрировали торговый знак или что это такое. Короче, зарегистрировали херню под названием Gwent The Witcher Game Card. То есть Gwent из игры про Ведьмака станет отдельной игрой, судя по всему, и будет конкурировать с Hearthstone и с другими карточными играми. Там что-то там Magic 2000 или что-то такое. И ни для кого не секрет, что я считаю Gwent полным дерьмищем и вообще неинтересной абсолютно игрой. Ну, потому что игра сделана, очевидно, на коленке, блядь, ты сидишь там, меряешься цифрами, блядь, как на поле боя, там ничего не происходит, никаких действий делать нельзя, кроме как карты выкладывать. И надо по мере, ну, в течение всей игры надо собирать свою читерную колоду, типа имитация как бы доната, что чем артовее у тебя карты, тем лучше ты играешь. И вообще не важно, в каком порядке ты их будешь выбрасывать на стол, просто если, ну, как и Hearthstone, такое же, собственно, донатное дерьмо. То есть, чем больше у тебя легендарных карт, тем, блядь, больше твой шанс победить. Можешь хоть с закрытыми глазами их на стол бросать, все равно победишь так или иначе. Итак. Запахи. Что сегодня на обед фазаны? Ну, я предлагаю пойти к торговцу, к ближайшему, и испробовать гвинт на нем. Может, я что-то не помню, может, его поменяли. Я просто вообще в недоумении. Как вообще эта хуйня может кому-то нравиться? Лавгафт. Левый лафак. Привет. Лафрак, как его зовут? Из школы Волка! Лафарк. Сенти! Привет! Я Лазарь Лафарк. Геральт из Рива. Слушай, как тут Ведьмаки в почете прям вообще? Есть работа? Да, а сосать у бегемота. Речь не об охоте на чудовищ, но тебе будет интересно. Я кузнец. И давно уже раз... И я не могу никуя, да? ...мачьего доспеха невероятной прочности, уровня великого мастера. Вау. Что-то слышал о таких, но тут квест не дают. Думаю, они утеряны. А вот и не совсем. Мне повезло. Хоть какая-то польза от говногвинта. Приехали в Тусент. Увы, они погибли, но я знаю где. Теперь мне осталось найти напарника для поисков. Да, я буду искать, если а ты чего? Если знаешь, где искать, то почему сам туда не сходишь? Я похож на бывалого авантюриста. Без обид. К тому же... Я в очках, я мыслитель, да? Если я уйду на поиски. Нет, а вы заметили, что магазин работает ночью? Доспехи 24 часа в сутки? Уважаю. Наверное, прибыльный бизнес. Кто-то, я смотрю, очередь стоит в 12 часов ночи, блядь, меч купить. Как чертежи оказались в Тусенте? Все эти чертежи каким-то образом оказались в Тусенте. Как это вообще возможно? В Тусенте некогда жил легендарный эльфский кузнец. Магия квестов! Он давно уже умер, но когда-то ведьмаки со всего света приезжали к нему, чтобы заказать себе доспехи. Слышал. Говорят, он был самым лучшим. Так и работа стоила фантастических денег. Ведьмаки брались за сложнейшие задания, чтобы заплатить за его творение. Некоторым не повезло. И теперь их чертежи гниют вместе с их бренными останками. Какие-то ведьмаки погибли? Я понял. Где останки, там и чертежи. Только как понять, где искать останки? Так случилось, что я был в учениках у Тиенсаэля. И все истории о погибших ведьмаках знаю из первых рук. То, что он мне рассказал... Скажем, это отбило мне охоту самому искать чертежи. Давай так договоримся. Я расскажу тебе все, что знаю, а ты найдешь чертежи и позволишь мне их скопировать. А ведьмачьи доспехи скопировать и продавать? Ты не охренел? Во-вторых, это уже не первый квест на супердоспехи и супермечи в этой игре, и каждый раз... со 100% вероятностью награды за эти квесты было отъявленное дерьмо, которое продавалось потом в ближайшем просто
не знаю, в ближайшем торговом ларьке. Где мне искать чертежи? Мне известно о 5 погибших ведьмаках. Все из разных школ. Школа Мантикоры? Да, медведя и Мантикоры. Блять, сколько там школ вообще у них? Про всех сразу, ну камон. Школа Мантикоры. Я мало что о ней знаю, хотя приходилось носить выкованные для этой школы доспехи. Да, учитель это когда? Говорил, что крепость Мантикор была далеко на востоке. 100 лет назад оттуда приехал один ведьмак, некий Мертен. Он произвел нехорошее впечатление на моего учителя. Вонял, как краснолюдская винокурня, и все время лез в драку. Тиен Саэль захлопнул дверь у него перед носом и сказал вернуться, когда протрезвеет. Он не вел дел с пьяными. А ведьмак так и не вернулся. Люди говорят, что он спьяну сцепился с княжеской гвардией. Его арестовали и тут же казнили. Великий был воин. Тюрьма, где его держали, уже давно разрушена. Но, может, оттуда стоит начать поиски? Тюрьма Бастой. Расскажи о ведьмаке из школы медведя. Он появился вскоре после того, как мастер Тиен Саэль взял меня в ученики. Я помню огромного ведьмака с медальоном в виде медвежьей головы. Он торговался, как базарная баба. У ведьмаков не бывает лишних денег. Да, и этот явно не был богат. Но он обещал, что скоро получит нужную сумму. Он взялся за заказ на винограднике Туфо, где дом развалился. Время прошло, медведь так и не вернулся, а учитель отправил меня в имение Туфо. Оказалось, ведьмак действительно принял заказ, но больше о нем никто ничего не слышал. А сколько лет назад это было, интересно? Бля, надо бежать из Тусенда, тут ведьмаки, походу, только умирать приходят. Расскажи ведьмаке из школы кота. Год назад княжеский бронник Долане обратился ко мне с просьбой подтвердить подлинность присланного ему ведьмачьего чертежа. Он работал над новым доспехом для гвардии, а какой-то ведьмак из школы кота хотел продать ему чертежи полного снаряжения, что было бы очень кстати. Это действительно был ведьмачий чертеж? Вне всякого сомнения. Жаль, Долане не разрешил мне его скопировать. Он был очень взволнован. Очень кстати, если бы этот квест преподавался как какая-нибудь... Не исключено, что боялся он не зря. Вскоре после этого Долане исчез без следа. Да-да-да. Как какая-нибудь легенда, что, дескать, когда-то пришли 5 ведьмаков, блядь, взяли задание и ушли в разные стороны. Там они и сгинули, и вот о последнем было слышно там, а предпоследнем вот там, предпоследнем вот там, и все это можно было рассказать за 2 минуты. Нет, блядь, они про каждого мне вот эту хуйню втирают, ну серьезно. Я уважаю атмосферность этой игры, никто ее, блядь, больше, чем я, вообще, наверное, не ценит в этом мире. Но ебать, про каждого по отдельности слушать, пиздец. Расскажи о ведьмаке из школы Грифона. Тот еще был гондон. Все, следующий. Нет? 200 назад. Но учитель хорошо его помнил. Этот ведьмак не был так эмоционален, как многие его коллеги. Он взял какой-то заказ в форте Усар. И ему было нужно снаряжение получше. А, Усар. Он показал учителю чертежи, внес задаток. И больше его не видели. Говорят, однажды ночью он выехал из форта и не вернулся. А куда он мог поехать? Говорят, он очень торопился, так что, может быть, в спешке что-то оставил. Стоит поискать в Усаре, хотя теперь форт лежит в руинах. Расскажи о ведьмаке из школы Волка. Его звали Адон. Я хорошо его помню. Учитель даже помог ему найти трудный, но хорошо оплачиваемый заказ. Незадолго до того, в
что в Сент прибыли археологи из Кастель-Грапиана. Они расспрашивали учителя об эльфских руинах в Термесе. Он предупредил их, что места там опасные, и посоветовал нанять Адона охранником. Не знаешь, какие опасности он имел в виду? По легенде, в подземельях Термеса обитают призраки. Не знаю, правда ли это. Но оба ученых и ведьмак сгинули без следа. Крайне затянуто и не очень интересно. Так, а теперь дай мне... Покажи мне свои товары. Да, я тебе что-нибудь продам. Мне все-таки баблинское нужно. Может, продать вот эти... О, вот это говно можно продать. Равиксы из Черторога. Доспехи надо оставить на память. Все-таки они, ну... Турнирные. О, какие мечи. О, какие деньги. Вау. Ничего себе. И руны-то еще дорогущие. Сколько стоят? А это что за говно? Рокхорн Вала. Нельзя продать. О, какие, смотрите, сапоги, какие кирзачи нарядные. Сапоги народа Ольх, 89 броня. Ладно, нахрен мне все это, если... Вот нахрен все это продается. Вот посмотрите на вот этот ассортимент, да, сколько всего завезли ему на продажу. И это все нахер не нужно, потому что он же и дает квест на, блядь, ультрапиздатые вещи ведьмаков. Ну и нахер тогда вот это все здесь лежит, прости господи. Я уверен, что даже вот это говно для лошади. 90 энергия? Но у меня какая интересная энергия. Я уверен, что даже у меня это лучше, понимаете? Вот у меня седло сколько? 85 энергии? Вау, у него лучше седло. Это еще не лучше? А, 90 энергия. Тусенская, Баклерская. Кайдмир Квинт, блядь. Тут что, это топовое королевство, что ли, какое-то? Тут у них все лучшее было. Че ж Тусент мир не захватил? Удачи на пути. А там воинствующий Нильфгард со своими говношмотками. Хы. Так, и с этим говнюком нельзя даже в Гвинт сыграть. Ведьмачьей древности. Тяжко на службе с пустым брюхом. Ай, в жопу Гвинт пошел. Я пошел за... О, блядь. Где? Ведьмачьи доспехи. Один вот тут. А где еще? Somebody... Put something. Непонятно. Ну-ка еще. О, какого? О, 40-й левел, кстати. Найти все чертежи, входящие в комплект. А, почему нет, пошли? А, стопы. Чего? Бля, не он по-разному тут А, да ладно! По 6 чертежей в каждом подквесте. Да вы что, ёбу дали, что ли? Не, может, они все в кучке там сложены, не знаю. Ну, давайте вот один сделаем, это интересно, посмотрим. Ну, это же пиздец какой-то. Я помню, что я свои-то чертежи собирал полигры. Где тут ближайший столб? Вон он. Ближайший столб телепортации с дороги Шалава. Кто гвардейцев не боится, тот окончит не в темнице. Кто гвардейцев не боится, тому похуй на гвардейцев. Как тебе мой рэп-баттл? Ой, бля, придурок. Да ладно, здесь еще и нету. Ёб твою ж налево. Тут нету столбика телепорта. Камон. Блять, Куралиск, самый ближний. Я бы мог, конечно, другой найти, но пока я буду сейчас выбирать еще, это еще, блядь, полчаса пройдет. Так. Где моя гоночная лошадь? Моя бронеплотва. Вперед, моя танкеточка. Это что за фрейрок тут на осле на своем тут горцует. Бля, красота какая. Ой, ёпта. Зеленый цвет такой прям вообще. Вот если бы я на плойке записывал, стопудово бледное бы все было. Не знаю, почему они там так делают. Ну, делать его не очень. Лера, что-то здесь не так. Где? А, вон там в лесу, вот смотрите, знак вопросительный. О, ёпты, повесили, смотрите. Шевелись, плотва. Единороги! А, нет, это не единороги, это хуета какая-то.
Да ладно, и что это было? Ну, не, ну не собаки же его повесили. Ой, бля. Плотва отхватила. Плотва, мочи их копытами. Молоти. Блять, нахрен ты меч-то убираешь, демон. О, боже ты мой, ладно, пойдем в рукопашную, решим этот вопрос. Нихера он что умеет? Стрелять, колотить. Валить отсюда. Ебать! Что это за существо? Тихо, тихо, булочку откусишь. Будет медведь, ведьмак с откусанной жопой. С надкусанной. Легендарный покусанный волк. Чё, куда, сука, собралась-то, бля? Бля, вообще, как с ней драться? Никуда мне телепортация. Чё ты отходишь-то, блядь? Ты дай, я тебя бить буду. Камон. Опа. Хуеньки. Зарубил, зарубил, как скотину, сука, на шашлыки пойдем. Ну, блядь, больно. Ведьма, это, плотва там что-то брыкается, но я не знаю, с тенью, наверное, бьется. Да, с такими монстрами на повышенном уровне сложности ловить, походу, нечего. Ну, в смысле, на повышенном уровне врагов. Если они в кулачном кумите убивают двумя ударами. Не, кулачные бои, это вообще отдельный базар, это... Чуть лучше, чем гвинт в этой игре, а вот как бы с такими мобами дрался, интересно. И чё, и что? Кто его вздернул? Сапоги боклерского гвардейца. Жалко, ведьмак на глаз не может прикинуть цену данной вещи. Прощальное письмо Нейла Пуаре. Потом почитаем. Блять, еще одна, что ли? Это пошла в жопу, тварь, сука, говно. Жесть какая. Ну, камон, еще и меч весь измочалил об их горбы. Так, ну у меня вроде есть ремонтные наборы. Ремонтный набор мастера броника. Ну, мастера броника. Блять, какого броника? Где ремонтный набор нормального мастера вооруженника? О, 15% прочности, обалдеть. И чё, нахрен мне 15% прочности? Помню, когда я только начинал играть в Ведьмака, я очень долго ходил с мечом раздолбанным. Он у меня по самую рукоятку стерся об броню врагов, и я просто... Мне негде было починить, я ни одного кузнеца не мог найти. Так, ну чё, висельник. А как ты привстал? Или ты оттуда спрыгнул? Чертёж сапоги боклёрского капитана, смотри-ка. Не легендарный ведь? О, баблинская. С баблом в кармане. И нильфгардская лимонная, не початая. Чё, трезвый, что ли, вздернулся? Так, теперь прощальное письмо Нейла Пуаре. Теперь я знаю, жизнь прекрасна, жизнь превосходна, жизнь полна магии, красоты, возможностей и театра, и сюрпризов, множество сюрпризов. Тебя, отец, тоже ждет сюрприз. Ты не позволил, чтобы сын твой стал актером, ты выбрал его домом армию. Так что у сына есть для тебя сюрприз. Его стопы уже не коснутся земли. Красота жизни уже не та для него. А тебе придется с повешенного на дереве тела снять кошель, полный крон, за который ты хотел продать его жизнь мясникам. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Сильвестр Сталлоне тренировался на тушах. Рокки, вернее. Я вот тоже. Я вот по его стопам пойду. Получи, получи. Сейчас, сейчас. Апперкотик, апперкотик. Давай. Апперкотик. По жопе, по мягкой. Все, пошли отсюда. Ты рожден быть чемпионом. Ну, типа, он был актер. Надо было, знаете, какое письмо написать? Типа, это тебе, отец, ты не позволил мне жить с моим другом и там это, чтобы мы друг от друга терлись в душе. Сплавил меня в армию. Как в этом сюжет фильма... Сериала, вернее, «Живая плоть», или как называется, про зомби, сериал про зомби. Вы знаете только «Ходячих мертвецов», а есть еще «Живая плоть», сериал про зомби, только там главный герой зомби-педераст. Вот это вообще номер. Причем он был вроде как нормальный зомби до второго сезона. И я это смотрел. Боже, блять, фу! Ну ладно, какие-то пацаны, я знаю, «Горбатую гору» в кино смотрели. Не знаю, чё он ржёт, чувак.
Какой ты, блядь, энергичный. Ты самый вялый лесоруб. Не то, что на мои товары. Что ты делаешь, когда хочешь женщину? Я рублю дрова. Видимо, этот не очень хочет женщину. Так, объявление. Играю на лютне, ищу кого-нибудь, кто играет на окарине. Уверен, что в дуэте мы покорим все боклерские кабаки, а может даже весь Тусент. Марк Блум. Работа. Найму сильного мужчину, работу на виноградниках. Жан-Кристоф де Бурбье. Предупреждение. Я недавно был на ужине с моей супругой. Так случилось, что прошло 14 лет с тех пор, как мы вместе, и мы решили как следует отметить, поэтому зашли в корчму Куралиск. Еда, которую нас угощали, была столь отвратительна, что жену мою тошнило еще в корчме. Это там, где крабий паштет. А меня сразу по прибытии домой. Не знаю, что там подали, но я бы не удивился, если бы это был труп утопшего платагона, выловленный из реки. А, только лежать там он должен был долго, потому что если бы лежал недолго, то мы бы так не смердел. А нас пытались убедить, что мы едим свежих раков. Чёрта с два, доброжелатель. Да, по-доброму. Дети есть? Берегись. Хочу предостеречь матерей от прогулок с детьми по оливковой роще в Дунтыне. Место это приятное, я знаю. К сожалению, в последнее время облюбовали его для себя парочки, у которых, как видно, нет более удобного места, чтобы встречаться и предаваться похоти. Из-за деревьев то и дело высовывается какая-нибудь колышащаяся жопа. А ребенку ведь и не объяснишь, в чем тут дело. Колышащаяся жопа. Потому для прогулок с детьми выбирайте какие-нибудь другие места. Может, менее живописные, зато определенно более приличные. Возмущенная. Это какой-то местный блок просто. Заказ. Загадочные летающие коровы. Срочно требует специалист, привычный к странному и необычному. Быстрота и надежность обязательны. Предпочтительно чародей, друид или ведьмак. Среди ночи с неба валится крупный рогатый скот, и нужно быстро найти тому причину. Ну, куралиск таскает какой-нибудь или василиск. Чтобы можно было побыстрее возобновить работы в каменоломнях. У нас и так времени мало. За подробности обращаться к бригадиру каменоломни Ардайзо. Oh yeah. Заказ монстра с Туфо. Настоящим объявляю следующее. Находящийся в моем владении винодельня Туфо, известную на весь свет, изготавливаемый там же великолепным Мелон Бланш. Сотрясает некий монстр. Рыцарь, который выследит его и уничтожит, не только славу у себя покроет, но и не пустячное вознаграждение рассчитывать может. Посему всех смельчаков, пребывающих в Тусенте, призываю, дабы направились без излишнего промедление в Туфо и поговорили с ниже подписавшимся де Бурбье. Бурбье. Мде. Мде Бурбье. Понятно, Бурбье. Крепись, Бурбье, я попозже. А, сейчас это надо найти. Чертежи. Чертежи медведа. Так, а это что у нас тут? Бравый гвардеец. Гвардеец кардинала. Обвалившийся дом. Похоже, кто-то подкопался под фундамент. Гроссмейстерский. Гроссмейстерский доспех. Вы прикиньте. Значит, я смогу собрать гор. А, так а нахер мне все. Надо было мне. Блять. Что? Расчесть забал с помощью арда. Мне надо было гроссмейстерский доспех кота тогда собирать, а не. Вау, нихуя я завал просто расчистил. Просто разнес его. Общи, блядь. Окей. О, ремонтный наборчик. Ништяк. Ну, понятно, опять. Темень ссаная. Дневник Шарите Гонтафа Дентуфо. О, белое вино из Боклера. Да он побухивал, походу. Так, наконец, кто-то ответил на объявление огромный, как гора, и бородатый, как краснолют ведьмак. По прозвищу Григор Клиган, скачущая гора, сука. Расспросил все про заказ и говорит, что возьмется, но денег себе не потребовал столько, сколько мы не приданы. Но денег себе потребовал столько, сколько мы на приданное для Фифи откладываем. Надо же, какая наглость. Но у меня не было иного выхода, пришлось согласиться. Так надо было и Фифи ему отдать. И от дочурки бы избавился, и приданное бы в дело пошло. Хе-хе. Ведьмак утверждает, что источник неприятности подземное чудовище. Он обошел всю округу и, наконец, нашел вход в комплекс
пещеру ручья в лесу Марцесенте. Завтра собирается туда спуститься. Ведьмак не возвращается, какой-то эльф из города спрашивал о нем. Надо же, дал наш адрес нелюдям. Какая наглость. Ну все, больше ведьмака никогда не найму. 10 дней будет, как он взял аванс и пропал. Вещи, которые он оставил, я собираюсь продать, чтобы хоть немного покрыть убытки. Жалко, что это в основном барахло, которое никто купить не захочет. Кого бы не охотился этот ведьмак, охота была неудачной. Муше. Надо быть начеку. Ой, господи. На кого бы он не охотился, сейчас он огребет. Ёпты, бля. Ржавый. Ржавый. Железный. Так, самое время набухаться зелий. Так, кстати, я еще что хотел? Я хотел в умениях персонажа посмотреть, что вот я в зеленую ячейку понаставил. Говна какого-то напихал. Так, каждый выученный рецепт добавляет одну очку к порогу интоксикации. Это хорошо. Дает дополнительно так, что рассчитано масло. Это говно. Выпитый мутаген отвар повышает максимальное уровень здоровья на 600. Вау. Потому что что, два отвара выпиваю на 1200 повышаешь-то? Так, а где? А, хер его знает. Ты-ты-тыщ. Или нет? Нет, говно. Да они все какие-то не очень. А, о. Все, теперь можно нахерачиться, как прям вообще. А, здоровье, вот оно что, не за эликсир. Вау, так даже больше, а хуй его поймешь. Так, теперь надо эликсирами нахерачиться. Бег, ускорение, прыжки в него. Ага. Блин, сколько их тут, ну просто вообще. Сопротивление рубящим ударом, не рубящим. Чего? Нокдаун, гипноз какой-то. Увеличивается. Комбинация атак, сочетание увеличивается сил, следующая атаки мощности. Нахрен меня сильный. Каждый убит противник, скорее всего, будет. Угу. Если ведьмак теряет треть здоровья, от... О, давай вот это. Урон нанесенный врагам останет здоровье. Давай вот это. На рассвете в сумерках нет. А, все алхимические зелья может использовать один. Ага, нет. Увеличивает мощь знаков нет. А, дает временный иммунитет к плесени попса. Спасибо себе в очко забейте. Лошади никогда не паникуют. Нахрен. Это плотву этим надо поить, по-моему, не? Увеличивает наносимый урон, снижает лучший урон в бою с призраками. О, вот это, наверное, very actuality. Все, пошли. Тут, наверное, привидение. Я надеюсь. О, е, вот это, блядь, я угадал. Уху, камон. Дискотека, ёпты. Опа, блядь, опа, хуйте. Эп, каналья, тысячи чертей. Ой-ой-ой, а что-то они мне вообще урон не наносят. Хуйня какая-то. Баг какой-то или что? Или я настолько жесткие эликсиры выпил? Хер его поймешь. Ух ты, граф Ванахаман Шериас. Я бы сейчас бахнул чем-нибудь, какую-нибудь ретро. Шкатулка, пергамент. Все это фуфло. А, о, а что? Кружка, прах. Бутылка, фляга, банка. Че за говно? Так, и здесь. О боже, что это? Что это у нас здесь? Да у нас тут сладкая парочка. А как они сюда попали, если здесь уже много лет завал? Толченый жемчуг. Да кто, кому пришло в голову жемчуг наталочь? Вау! Краска для доспехов. Ничего себе. И что это они тут делали? Влюбленного клерка? Решено. Завтра ее спрошу. Живем-то один раз. Мы условились встретиться в нашем обычном месте в полдень. Клариса отпросилась на полдня.
Я тихо ускользнул из конторы. Этот старый дурак, мой начальник, ни за что не заметит моего отсутствия. А если заметит, что с того? Я молодой, найду другую работу. Хотя, если Клариса узнает, что я лишился работы, она может мне отказать. Я бы давно уже сделал ей предложение, если бы не знал, как сильно она боится бедности. Она никогда сама этого не говорила, но я вижу, что это ее очень беспокоит. Но чего же мы ждем? Вместе вести хозяйство гораздо проще и выгоднее. Главное, нам больше не придется встречаться тайком. Я хотел бы пригласить ее в одно из лучших заведений в Боклере. Тысячу раз я себе это представлял. Ухоженные официанты подают нам фуа-гра и фруктовое мороженое. Клариса сидит на атласной подушке, ее роскошные черные волосы спадают на плечи, она выглядит просто прекрасно, самая красивая баба во всем зале. Я достаю кольцо с бриллиантом. Беда в том, что я ни за что не мог бы себе это позволить. А даже будь мне все это по карману, Клариса все равно бы настаивала на том, что ей достаточно простого серебряного кольца. А деньги лучше потратить на наш собственный дом в верхнем городе, где мы откроем мастерскую, в которой она сможет продавать шляпы. Завтра я сделаю предложение в заброшенной винной пещере, где мы провели столько прекрасных часов. Клариса никогда не жаловалась на паутину, не на старые бочки с вином, но завтра все за это закончится. Как только мы поженимся, я перенесу ее через порог своего дома. Там будет тесновато, но, по крайней мере, для кровати место найдется. И там не будет паутины. Пока у меня только простое медное кольцо с самой дешевой красной стекляшкой, но я обещаю, через год на ее пальце будет серебряное кольцо с настоящим метистом или, может быть, даже рубином. О, Клариса, я жду не дождусь завтрашнего дня. Думаю, сегодня мне не заснуть не удастся. Ну, вы заснули вечным сном, а ты, чувак, был не так уж и молод, как писал, судя по твоей, ну, как-то лысина поручика называется, нет? Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. Так смотрите, здесь какой след идет из свеч. Рос лепестки, которые почему-то не завяли, хотя здесь, ну, я же говорю, завал вообще-то был. Романтик, смотрите-ка. Романтично. Вот это да. Не то, что нынешние мы. Лишь бы затащить домой под предлогом «давай кино посмотрим». А там бы уже и влупить как следует. Да и хер с ним, с этими кольцами замужественными. Смотрите, как... Сколько свеч он тут наворотил. А хозяин этого погреба вообще кто? Его ничего не смущало, что у него тут кто-то шпили-вили тут над его вином. Свечки постоянно, воск на полу. Мусор всякий, типа лепестки. И, короче, что их... Их привидение убило или что? Я что-то ни хрена не понял, что с ним случилось. Учитывая, сколько здесь халявной синьки, я думаю, они просто нахерачились до смерти. Всяких вкусных ретро-вин. Стопэ, так тут только три чертежа было? Не, ну, с одной стороны, они лежат и правда кучами, но с другой... Ах ты, сука, чертова! Что ж ты сдох так далеко в своих гребаных доспехах, мудак? Не мог здесь же вот рядом с ними пригорюниться, а? Но пошло. О боже. Бля, это вообще... А нахрен мне эти гроссмейстерские доспехи ведьмака? Медведя. Я хочу кошкины. Я вон... Сейчас в кошкиных доспехах. Но задача-то такая, чтобы ему все доспехи принести. Может, он из них скрестит что-то интересное. Что-то такое в комментах писали. Ну, отметка вход. Вход куда? А, вон дырка. Дырка. Пещера, конечно же, пещера. А, ну, пойдем. Вход в пещеру. Смотрим, не оставил ли ведьмак следов. Опять темень ебаная, да что ж такое. Отлично, господи, все, чуть шею не свернул. А вот тот, который спустился менее удачно. Махакамский спирт, краснолюбский спирт, алкогест, рецепт, серая краска для доспехов. Когда доспехи-то можно будет покрасить? Что такое? Что такое? Что? Кто это? Блять, опять это манда. Какой там скалопендра ебучая. Маму ее пощупал. Ах ты, блять, нихуя себе! Да ладно.
Вот так отпрыгнул ведьмак. Вот так, сука, отпрыгнул. Две 300 втащил. Бля, мамку дел, да что ж за хуйня-то? Да, да, говно какое, блять, а? Я, бля, крайне возмущен. Сука, у него там тоннели, он их так роет быстро. Нет! Выкуси, шлюха. Где он там сдох от кровотечений? Паскудный червь. Сука, гигантский членчик с ногами чуть меня не убил. Вот сволочь хитрожопая. Бля, я боюсь дальше идти, тут, наверное, вообще... И режут. Так, новое сохранямбо сделаю. Что-то тут прям вообще напрягает ходить. И везде бухло лежит, господи. Что это за... Страна такая, алкашня одна. Ёпты, бля. А это чё? Ёптать. Ну, я не знаю, давайте посмотрим. Может, там чертежи в начале лежат, а здесь вообще тогда что делать непонятно. Сейчас геймпад повибрировал, что как бы намекает, что здесь что-то. Может, тут место силы где-нибудь спрятано, а? Давай быстрее фонарь доставай. А вот, видимо, и наш гигантский ведьмак с камнем на голове. Нет, сука, это не он. Это хрен какой-то. Магический сварок. Воск, пергамент. Он что тут, блядь, депиляцию делал? Предупреждение. Внимание, за разрушение строений на поверхности ответственность несет чудовище, которое роет туннели под землей. Не знаю пока точно, что это за существо. За мной не входить, не стирать моих знаков на стенах, потому что по ним я должен вернуться. Юнот из Бельхавена. Оставил знак своей школы на стене. Умно. Надо, да? Еще такие же поискать. Где знак его школы? Я вон ведьмачий чутью юзаю, не вижу никаких знаков его долбанной школы. Так, кстати, хрен в томате, надо... От инсектоидов. Намазать меч. Инсектоидов. Потому что тут походу одни долбанные инсектоиды живут в этой сучьей клоаке. Да, еще заодно надо нахерачиться эликсиров опять. Ну, выбухал я зелья. За кадром, тем более, что я уже давным-давно не помню, какие надо пить. Нашел один отвар, который дает шанс крита. Это главный для школы кота. Так, вот сейчас что-то повибрировало. Ну, тут одна дорога сюда. А, вот он. Ну, это он льва какого-то нарисовал, а не медведя, по-моему. Есть у них школа льва? Да, это дагестанские ведьмаки. Эй, а это что? О, может это он? Нет, это серебряное ожерелье с изумрудом. Что такое-то? Нихера себе. И краски, кругом тут всякие разные краски. Вот, блядь. Так, и сделать это невозможно. Что невозможно? Чутье ведьмачье заюзать. Вау. Вау, как сказал бы Нео из Матрицы. Ладно, нам пока не сюда, но сюда мы еще вернемся. Там что-то прям интересное такое.
А чё? Матерь божья, срань господня, что за хуйня случилась? Вот же наглая ублюдина. Сука, еще эта интоксикация долбанная. Опять, сука, с эликсирами переборщил. Хер с ним, ладно. Блядь. Захвати цель эту, сука, в натуре. Согласен абсолютно. Ах ты кусок дерьма. Да камон, он должен сдохнуть, когда у него там вообще здоровья нету. Да, вот он и помер. Вот и помер дед Максим. Да, дамаг у него вообще дичайший просто, сука. Чё за хуйня? Чё с этими красками делать? Рисовать, что ли? Грибосы. С картохой забаться. Так, что это у нас? А! Вот ты где скопытился. Надо думать, это останки того ведьмака из школы медведя. А вот эта залупа его сожрала. Сучья кровь. Не надо мне было браться за этот заказ. Я все еще не знаю наверняка, с каким чудовищем я делаю. Боюсь, что не смогу должным образом подготовиться. Как же я был глуп, когда стал играть на деньги, отложенные на изготовление доспехов. Эльфы только и ждут, чтобы вытянуть из человека последний грош. Да и сквалыги из Туфони чуть не лучше. Ну что ж, теперь себя жалеть, без полного доспеха мне возвращаться незачем. Мне не остается ничего другого, как спуститься глубже. Ну как-нибудь справлюсь. Он так рисковал. Видимо, очень был нужен ему этот панцирь. Эти чертежи мне точно пригодятся. Не знаю, хрен? Школа медведя. Ну, для коллекции. Их же там можно будет выставить в своей лачуге после того, как ты ее прокачаешь, говорят. Так, а здесь что? Посмотрите, там. Там прям светлое пятно такое. Игра сохранена. Тут, походу, что-то неебически здоровое живет в этой пещерке. Блять, нахуй мне фонарь, если я под кошкой. Здесь прямо арена для битвы с боссом, но ничего тут нет, никого. Трупы есть. Нющее мясо. Турнирный доспех тусенского рыцаря? Что-то он как-то мимо турнира сюда заехал немножко. Фиолетовая краска для доспехов. Фиолет. Да, количество трупов здесь как бы намекает на то, что здесь что-то живет. Но почему-то это что-то не выходит поиграть со мной. Возможно, вся вот эта пыль, вот эта вся херня, это для того, чтобы крафтить потом краску. Давай, скушай яблочко, а то что-то здоровье, блядь, тает на глазах прям. Эй, а где проход? Вон он. Давай, давай, давай. Старпиндос. Да, как же ты, блядь, совсем, что ли, ебанат? Ну, камон. О, блядь. Как все, сука, запущено у тебя, ёб твою мамку. Давай, 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 родной, ну. Ура. И хули. В этой туле. Ничего здесь нету и не будет, пока не возьмешь, видимо, соответствующий квест. Вот так вот не очень круто ведьмак устроен в этом плане, что нет квеста, нету и монстра. А тут что-то должно жить невъебенно огромное и охеренно злое. Но на данный момент тут, блин, просто грусть одна. Жалько. Так, а где, например, доспехи котика?
Школа Мантикоры. А что за школа Мантикоры? Она вот для кого? Видел, да, только раз в жизни выполнил. Неполный и вправду сказать сильно поношенный, когда повернулся к Азе собрать полный комплект. Бля, вот интересно, что дают доспехи для школы Мантикоры. Это как школа Змеи или кого он там из дополнения. То есть, может быть, это что-то крутое, а может быть, что-то и нахер не нужное. И придется все равно собирать доспехи кота тогда, гроссмейстерские. Но на всякий случай надо собрать и Мантикору. Тюрьмой бастой. Черт бы ваши, побрал эти ваши пещеры. А, свет дневной, господи, люди добрые. Так, надо скинуть нахер все эти эффекты. А то я реально сдохну сейчас с передоза. Котлеточка. Ми-ми-ми. 1300 шагов. Господи, они где, в России, что ли? Где эта тюрьма-то ссаная? Окей, ничего себе, блядь. Срань господня. Так, а кошачьи где? О! Чего-то, блядь, ни хера себе. Ну, тогда сначала за кошачьими. Ну, это жесть настоящая. Быстрее. А чё шепотом? Так, ну давайте я, наверное, туда за кадром доеду, потому что, ну, тут живописность и природа, но ходьба и скачки, это, конечно, надолго. Варги 37-го левела. Вывози плотва. И люди рядом, а чё ж тогда варги их не съели? Сударь, на помощь! На полях чудище какое-то завелось! Чего? Ну, спасибо, что пердупердил, я пошел отсюда. А, ты про гнездо, что ли? Какое чудище. Вон у вас странствующий рыцарь. Мастер, помогите! Там чудовища какие-то! Турнирный чемпион! Может, тебе в колоколах какую скидку дадут? Да, может, ты нахуй пойдешь. Че ты, в каких колоколах? А, ну там инсектоиды. У меня сейчас вроде как и намазано от инсектоидов. Давай. Плотва. Хали-гали. Кимора. О, на 4 косаря кританул. На 2000 просто ударом. Давай, 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 давай. О, наша пошла. Ладно, давай слезаем. Блять. Плотва, убери свое очко, нахуй, ничего не вижу. Сука. И что, все? А где чудовище-то ваше? А, ну я уже уничтожал такое гнездо. Они сейчас подойдут, скажут, ну спасибо, все, и денег даже не дадут, уроды. Здесь логово Кикимор. Придется Кикимор его уничтожить, чтобы избавиться от них. Я думал, кикиморы это бабки такие. Кикиморы. Ай, блядь. Вон, видите, бегут. Гопники, блядь. Могли бы ногами ее запинать. Благодарю за спасение. Славно ведь. Благодарю за спасение. Пиздец. Славная ведьма. Благодарочка в кармане не звякает. Да господи. 1000 пошла. Шагов. Да. Что это было? О, павлин, павлин, смотри, павлин. Догнать павлина. Вон он. Гади, плотва. Как-то помню, передачку смотрел какой-то, что, короче, именно павлин не вписывался в теорию эволюции Дарвина. То есть, ну, зачем ему такой хвост? Он же, наоборот, привлекает хищников, хорошо заметен. То есть, он никак не помогает павлину выживать. Это камон. О, блядь, криворукий. Чё выпил? Не, ну, в принципе, интересно здесь пейзажи-то. Они тут уже не новиградские, а какие-то другие. Но все равно, леса, поля, болота, ничего, никого тут нету. Отправиться к дому Бартоломея де Лане. В
в принципе, здесь вот таким бодрым галопом ехать, ну, минуты две. Вырезать две минуты даже такой примитивной скачки. Вау, это что? В щечку? Пошел ты, гомофил проклятый. Давай, плотва, ну что ты задолбала? Надо ей, пора ей копыта каким-нибудь для вездехода перековать. Подковы шипованные поставить, а то он что-то буксовать начинает. Гроссмейстерские. А у меня какие? А, у меня мастерские, а тут гроссмейстерские. А если еще дополнение будет, там, наверное, будет бакалаврские, бля. Ух ты, твою мать. Хотя разрушение свежее. Похоже, я пришел слишком поздно, но смотрюсь на всякий случай. Латва, не так быстро. Чё-то там факт нарисован. А, палец. Берегись белого ужаса, опасная зона, не входить. Васей. Может, белый ужас в заказе и чудовище из этого объявления одно и то же существо? Не знаю. Чё за заказ? У меня нет такого заказа, мне надо идти. Погоди, плотва. А вот и лапы, смотри-ка. Хо-хо. Следы борьбы, четкие отпечатки лап чудовища появляются сразу здесь. Значит, нападение было с воздуха. Борьбы? Это что, блядь, похоже на борьбу? Да их как свиней тут перерезали. Какая в жопу борьба? Порно борьба. Чудовище напало недавно. А это что за четыре капельки? Чешуйка, необычный цвет. Серебристый. Впервые такое вижу. Ну, мантикора альбинос. Господи ты, боже мой. Пошли отсюда. Пока она не прилетела, а то впервые будешь впервые не только видеть, но еще и драться с ней придется. Впервые меня такое говно убивает. О, ремонтный набор оружейника. Ну что еще-то здесь надо обследовать? Все вроде. Картофель, малина, лук. А, вон труп, конечно же труп. Единственный труп, надо заметить. Остальных она сожрала? Мужчина истек кровью. Рана нанесло какое-то крупное существо. Это видно по следам когтей. Горло разорвано крупными зубами. И... должно быть драконит. Может, василиск. Только вот следы странные. У всех видов, какие я знаю, они чуть-чуть другие. Ай, камон. Чё такое? И чё это? Советую держаться отсюда подальше. Опасно здесь. А это не ведьмак? Рядом гнездится василиск. Именно так. С гордостью сообщаю, что именно он тут и гнездится. И я лично за ним присматриваю. Присматриваешь? Это же не зверюшка домашняя. Этот василиск убивает людей. Я попрошу, если на его территорию не заходить, никого он не убивает. Это ты повесил объявление? Да, я развешиваю их, чтобы никто не пострадал. Но кто-то пострадал. Тут труп совсем свежий. Купец, наверное. А странно, что я разрушение огромное, а труп узнал, один. Что двое купцов, несмотря на все предупреждения, выбрали этот путь. Я спешил их предостеречь, но опоздал. Я уже обо всем распорядился. Мои слуги заберут тело и передадут семье вместе с солидной компенсацией. Да ты больной. Ты платишь деньги семьям жертв. Почему? Потому что эти земли были пожалованы моему роду еще княгиней Адемартой. За их границами василиск никого не убивает и вреда никому не причиняет. А тебе какое дело до василиска? Если только его не спровоцировать. А если что происходит, весь ущерб покрываю я из собственной казны. Мужей и сыновей, разорванных чудовищем, ты тоже возвращаешь? Из собственной казны. Этого я, разумеется, сделать не могу. Но я выплачиваю щедрое возмещение.
прошлым летом вдова Шорника получила от меня 800 крон. Семья несчастного купца тоже не останется в обиде. О, да ты еще и при бабле. Ты знаешь, где гнездится этот Василиск? Конечно, знаю. Но вы же не думаете, что я вам скажу? Эти мечи у вас не для забавы, и я знаю, чего от вас ждать. Он сказал «я знаю», а написано «я не знаю». Очень характерные следы. И второе тело поищу. Ты говорил, что купцов было двое. Ну что, кто такой Василиск? Проклятая дочь, жена, что? Серебряный Василиск, вау. Ну что ж, будет кого грохнуть, когда... Эй, подожди, это не моя плотва. Какая нахуй разница? Но пошла. Шевелись, плотва, ёпта. Будет кого убить, когда я себе гроссмейстерские доспехи сбацу. Если он на меня раньше не навалится. А вон еще всадник. Он что, тоже Василиска не боится? Как странно тут все. И тут целая усадьба. Имение Делоне. Имение, вон. Кстати, моя плотва-то быстрее разгон берет. Она у меня турбированная. Да-да-да-да-да-да. Опасная зона, не входить. Надо как-то попасть. Сука, внутрь. Падла. Давай-давай-давай, паркур, конечно, паркур. А это кто такие? Нихуя себе, бля, уха. Блять, у меня Геральт еще и ноги потерял по самые колени. Может, они будут бить калеку? Нет, вот они выросли снова. Разбойник. Поговорить с разбойником. Нет, я не буду говорить разбойником. У нас с разбойником разговор короткий. Так, где моя мазь? Яд повешенного. Так, что тут с каждой убитой противник. Во, бам. Бам. Все, сучки. Я ужас, летящий давай на крыльях сюда, ночи. Черный плащ. Эй, ведьмак, только свистни, он появится. Эй, ведьмак. Пшт, ну-ка, шевелись, плотва. Ах, блядь, говно с луком, сука. Блять. Ах ты петух кидается. Проклятый. Никак вы, блядь, не научитесь. В натуре. Странно, что сильным ударом я нанес немного меньше, чем слабым ударом. При том, что у меня персонаж на слабые атаки прокачан. На быстрый. Ау-ау-ау, тихо-тихо-тихо. Да ладно, может. Блять, сука, с луком заебал. Чего он не сдох от кровотечения? А этот кто, Астерикс еще, смотрите, в крылатом шлеме, блять, умри. А вы думали, что я вам тут, блять? Ну и зачем было нас доставать? Зачем было вас доставать? Вы ничего не попутали? Давай, бомбардировка. Да. Это чародей какой-то. Да. А это я вам еще стену огня не кастовал. Ну что, ты последний из рода магикан. Щеглы. Ох, мои нервы. Невозможно. Ты не сдох? Спокойно. Все кончилось. Благодарю вас, сударь. И прошу простить за секундную слабость. Не желаете какого-нибудь снаряжения? Да, гроссмейстерский доспех школы кота, сильвупле. Нихт? Мы отошли таки в сторонку, и чё? Зачем? Вилла с виду заброшенная. Ты ее владелец? Скорее, временный смотритель. По распоряжению министра казны, я должен опекать собственность пропавшего графа Делане. Хм. Только во дворце никто меня не предупредил, что вилла — логово разбойников.
Ой, впрочем, благодаря вам таковым уже не является. Я ищу кое-какие рукописи, свитки с чертежами ведьмачьего снаряжения. Может, есть у тебя что-то подобное? Я пока не успел провести инвентаризацию всякой мелочи. Я только приехал, а тут эти ужасные разбойники. Ну, если хотите, сами поищите. Какой ты бесполезный. Спасибо, бывай. Давай, мне еще надо трупы облутать. Не отвлекай меня. Блять, трупы исчезли. Сука, придется машну лутать. Теперь непонятно, кто у них был главный. Цепь, что у них все, цепи, блядь. У них как 90-е цепи, барсетки, блядь, надо было еще. А, вот барсетки на земле и лежат. Древние барсетки. Палица, хуялица, что за. А, во. Один труп, пожалуй. Один труп остался, самый странный. Ну да, такой труп убирать было грех просто. О, вот и ключик. Рубен, какой-то щелкопер со двора, ее сиятельство вынюхивает что-то на вилле Ведетте. Мне, наверное, не надо объяснять, почему мне это не нравится и насколько. Вам надо его найти и убить, поместье сжечь всем, кто бы там с ним не сделал, веревку на шею. Никакого насилия, никакого сажания на кол, никаких церемоний, возвращайтесь быстро в руины Артах, а то у меня для вас еще есть работа. Страген. Астрагин, Адольф, наверное. Никакого насилия, а повесить это что, блин? Не насилие? Так, руины какие-то надо запомнить. Надо зайти к Страгину, объяснить ему, что нельзя так делать. Ты плохой. Так, где здесь чертежи? Чертежи, мои чертежи. Что это такое? Вау, корова разъела. Это похоже на Тристрам из Диаблы. И музыка такая мрачная. А это что? Письмо Бартоломео, блядь, какому-то. Растрелли, одного знаю. О, боже ты мой, дорогой Бартоломе, я получил твое письмо и рада, что ты нашел решение своих проблем. Ведьмак, судя по описанию зрителя, может быть опасен, но ты же всегда повторял мне, что все они хладнокровные убийцы и выродки. Однако я думаю, что ты, несмотря ни на что, должен согласиться на его предложение. Если эти чертежи действительно иллюстрирует новейшую технику изготовления доспехов, тебе удастся не только выполнить контракт, заключенный с досточтимой княгиней, но и вдобавок прославиться, а ведь именно это и было для тебя всегда так важно. Попросить охрану бандитов из дворца Галлион — это хорошая мысль. Если уж рыцари не могут с ним справиться, с ними, то ведьмак тоже почувствует к ним уважение. Рожденные в недобрый час всегда испытывают уважение друг к другу. И все-таки береги себя во время этой встречи. Бандитам и мутантам никогда нельзя доверять. Всегда твоя Белинда Делане. Очередная история жизни, принесенной в жертву жадности и амбициям. Ужас. Ужас какой. Че это такое? Закрыто? И, конечно же, мой могучий знак Аарт не выломает эту дверь, да? Что за латанный? Золотой жилет. Мощная одежда. А князь-то нищеброд. Какая-то подсобка какая-то, но здесь он. Портрет вон есть. Капитана Барбосы, по-моему, правда, портрет. Жареная свининка. Буженина варится. Суп из буженины. Что-то странное. Так. Обыскать руины дворца Галлион. Бля, они-то где? Стрелять, колотить. Штаны бога. Ай, дворца Галлион. А это что такое, Матерь Божья? В него что, ножи метали? И кто это? Не ведьмак ли из школы кота? Невезучий же засранец. О, лошадка моя, ты еще не свинтила? Черт. Еще там руины обыскивать. Эти руины обыскивать. А, так там вообще еще больше бандосов уже. О. А это что там такое? Еще.
Никак вы, блядь, не... Ах ты, сука! Пошел ты нахуй тогда, слышишь? Ладно, не выйдет базара. Лагерь бандит. Об этом бандитском лагере и писал Делане. Убежище Ганзы. Вы приближаетесь к убежище шайки разбойников, которые в этих краях называются Ганзами. Метро 2033. Ганза. Соблюдайте с собой сторону, приготовьтесь к тяжелому бою. Разбойники хорошо организованы, и в случае атаки могут позвать помощь из других лагерей. Чтобы этому помешать, убейте разбойника, бегущего с факелом. Ха-ха, тоже мне, блядь, бегун олимпийский. К сигнальному костру. Ваша основная задача — убить предводителя Ганзы. Вот это интересно. Сбацали. Но я что-то не вижу, чтобы кто-то бежал с факелом. А, вон он. Да-да-да, пизданешь ты. Угроза-то знатная вообще. Блять, собака еще ссаная. Ребятки, вали его! Ох ты, бля, сколько их тут. Где мой конь богатырский? Получи, блядь, сука! О, я жив! О, нихуя, я еще в деле. Ну. Смерть! Ебать. Нихуя себе. Да ладно, да чё это нахуй за бандиты такие, нихера себе. Ебать, тут хуже, чем у нас в 90-е. Ладно, сучата. Попытка номер два. Сейчас, подождите, а что у меня за бомбы стоят? О, надо маску одеть. Так я буду более грозен. Нет, я так на мудака похож. Да, краски. Чтобы изменить цвет доспеха, круто. Вау, а бесконечное количество раз можно? Да иди ты нахер. Ну-ка. О, вау. Ха. Ай, нарядно. Ай, нравится. Ладно, потом. Сейчас все равно сдохну. Так, ранит, ага. Спускает, который воспламеняется при отжигании 10. А, вот это для чего. Хорошо, понятно. Ну, давайте, черти, сейчас вас красный дьявол будет резать, сущий. Не знаю, кто у них тут сигнальный с факелом. Да, я понял, Ганза зло. В этом бандитском лагере и писал было. По сравнению со скалопендрой, ебать. Какие в жопу сигнальные огни, давайте честно. В честном кумите... Ах ты, сучий пизденыш, а. Вот нет бы в честном кумите сразиться, да? Так нет, огни какие-то. Ой, 2000. Дерьмо. Дерьмо это что, значит, сигнальные огни зажгли? Ай, рыцарь Равикс из четырех угла сейчас вам даст просраться, суки. Блять, собак одних сколько, посмотрите, в этой Ганзе. Говна Ганзе. Не, ну дамаг я наношу просто, дай боже, с самосвалами. Завозим. 1800, блядь. Там еще где-то лучники ебучие. Вот он. Нет, это... А, блядь. Вот там где-то лучник. Вон он. Сучий потрох. Да что ты, блядь. Он не должен уйти. Так. Стопе. Едьба. Да, во время боя нельзя жрать. Логично, бля, хуй поспоришь. Ну давай на кого-нибудь-то, ну. Не судьба.
О, псина. Слушай, конь-то богатырский, а как решает в этом замесе? Жалко, что по одному, по одной собаке попадает. Вот если бы он всю толпу разом накрывал. Что-то этот лучник не хочет вставать. Ладно. Бля, и вы в этого пророка веруете? Тут я смотрю, вы боговеры прям сильнейшие тут собрались. Сука, в спину, блядь. Пророк Лебеда не одобрил бы твою хуйню. Чё, хилка-то где? А ты мудак какой, а? Так, ну чё? О, пёсик при смерти. Минусуем, минусуем, бля. По ассисту, по ассисту, по ассисту. Опа, по касочке. Ой, блядь. Дайте я его завалю в очередь, суки, валильщики обоссанные. Дорогая, да-да-да. Оленье стадо, друиды на помощь. О, блядь. Сука, ну собак у них прям вообще, бля, вот, ни в какие ворота не лезет. Еще и каждая псина 40-го левела дамага наносит бешеное количество. О, интоксикация, все, пизда, ускас. Как лечиться? Не попал, не попал. Сука, мудак, блядь, плотва ебаная, куда ты едешь то? Давай, скачи куда-нибудь нахуй. Блять, криворукий ты. Надо меч подлиннее выковать. Критический удар. Стрела зависла в воздухе прямо около меня. Чуть-чуть не долетела. Боженька спас. Пророк Лебеда по любасу. Бля, да, конечно. На такой сложности в эту толпу лучше не влетать вообще. Без лошади, я не знаю, прям. Да еще в моих доспехах, у которых брони, походу, как у трусов. На жопе стриптизерши, знаете, такая полосочка. Да, блядь, криворуки ты. Их осталось-то, посмотри. Братва, не стреляйте друг друга. О, вот этот... Да, бля. Ну, почти же, ну. Опа, с пробегу как снял. Эффектно. Только зубы клацают у плотвы около жопы. Криворуки не могут попасть. О, блядь. Пизда. Нахуй вывози. Вот это было вообще не в тему. Фу, так. Может, вместо, блядь, кошки еду поставить какую-нибудь. Вот так он жрет, вот так он лечится. А, блядь, когда вот из инвентаря, так нихуя, да? Странная политика. Пидорас, блядь, мамку твою шатал. Ну, ёбок. Как он меня видит-то здесь? Сячко, сячко. Да как скажешь, шлюха, блядь. Собака его прикрыла собой. Все, лучника нету. В отряде. Ой, вообще хорошо зашла. Да, блядь. О, двоих сразу снес вообще по-идеальному. Конный рыцарь. Сколько там пешек заменяет? Покажи, что умеешь. И собака, по-моему, там выхватила наконец-то. Псина гнойная, блядь. Вот дерьмо мамонта, а. По-моему, я за все предыдущие игры Ведьмака столько врагов разом не встречал. Блядь, конечно, нахуй. Абсолютнейший, абсолютный слоу-моушен. Блять, ну мы так попадать, наверное, вообще не собираемся, да, походу? У
Ну, блядь. Сука, еблан. Он еще и блок поставил. О, собака прям вообще сразу отъехала. Давай сюда, ублюдка. Блять, а на карту посмотрите, что там на карте творится, пиздец. Я тебя твоим собственным. Откуда они набегают-то? Блять, тут отдельную серию можно было записать замес с Ганзой. Просто жесть. А вот хрен. Соси ты ногу, тварь. Наконец-то эта гнида сдохла. Ну, с разгона он, конечно, их вообще ваншотает. Не на ту сторону ты меч перенес, мудак ты такой, а? Это долго не протянет. Да, а ты тут долго протянуть собрался сам-то? Блять, и лучники гребаные. На тебе сигнальный огонь. Блять. Пиздец, тут такое кладбище сейчас будет. Ну, тут уже вон кладбище. Сейчас трупоеды начнут сбегаться на этот пир. Да давай, 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 не тупи, блять. Сука, ебать. Все, нахуй эту лошадь, я не могу, блять. Еще и доспех наебнулся, да? Вообще классно. Вовремя, все, вовремя, очень вовремя. Так, это что? А, мастера бронника? Зашибись. Да, без платвы, конечно. Пиздец, ну просто лучники заебывают нахуй. Нахуй сон дракона. Здесь картечь. Ее хоть поджигать не надо, сама взрывается. Не давайте ему передохнуть. О, в своего же попали. Лучники жгут, блядь, просто. Нихера себе! Сука! Помогите! У-ху! Кого-то бомба и разорвала, кстати. Охуенно. Охуенно. Так, увели подальше этих воинов. И теперь где там, сука, эти лучники? Смерть за смерть. Мечом за стрелу, сука. Камон. Бля, вы смотрите на эту кодлу. Она просто, блядь, не... Орда, блядь, монгольская. Ни конца, нахуй, ни края. Не давайте ему передохнуть. Бей! Убивай! Сука, это ведьмак! Вы только сейчас поняли. Блять, он так машет, но при этом, блять, то в блок, то мимо, блять, куда угодно. Охуенно. О, наконец-то нормально прошелся по их рядам, покосил. Поехали! Поехали. Приехали, ёпта, наконец-то. Пиздец. Кто-нибудь считал вообще, сколько народу я за раз тут захуевертил? По-моему, человек 300, блядь. Сука, вы не спартанцы хоть были? Да, конечно, хуянцы. Ну, лут с них можно собирать неделю, короче, теперь. Реально. Все, пиздец. Манал я нахуй сохранить. Сохранить, срочно сохранить. О, я и всадника убил. Вареник. А, это еще не все. Там еще внутрянка. Тихо, платва.
Все нормально уже. С пробега, ёпта, снят. Свининку стоял тут, топтал, пока братья, бля, разбойники сражались, да? Чуть такое, структура Ганзы, Антуана, Скворца, Тагина какого-то, чё это, блядь? А, зажгли, пидорасы. Записка атамана Ганзы. Все пошло по плану. Бартоломей Делане оказался идиотом, как я и думал. Ну и ведьмак дал заманить себя в ловушку. Слишком уж уверовал в свои силы. Мы с самого начала разыгрывали сонных дуболомов, которых только и ждут. Которые только и ждут, пока им, ими удобрят грядки. А когда Делане и ведьмак наконец договорились, тот второй проболтался, что остальные чертежи спрятаны в пещере душные ямы. Место это небезопасное, но может нам удастся добраться до ведьмачьего тайника. Делане хватило одного болта, выпущенного из укрытия. От ведьмака мы ожидали больше, так что и получил он столь несколько. И правильно, очень уж он оказался живучий, хотя подняться уже не мог. Я позволил ребятам проверить, сколько боли может выдержать ведьмак. Заслужили же они немного забавы за хорошо выполненную работу. В конце концов, мы добыли деньги Делане, а скоро постараемся добыть из душных ям чертежи, ну и продать, раз уж они ценные. Ведьмак и оружейник, какой им чертовски не повезло. Душные ямы. Странное название для пещеры. Посмотрим. Интересно, да не успели бандиты вынести клад из пещеры? Ну, мы не узнаем, потому что все они сдохли, или почти все. Залатанный жилет, факел, хуякел. А наверх-то надо подниматься, там он что-то нарисовано, там кто-то есть. Вон лесенка, смотри-ка. Там еще, наверное, пара лучников, да, или главарь банды, наверное. Ох ты, сука, Антуан. Давай, навались! Я тебя твоим собственным членом отымею. Собственным членом я отымеешь? Господи, какие у тебя странные вкусы. Осторожно! Блять, как я об блок... собственным членом отымею. Ну, ударил я в блок, и что? Почему я дамаг-то получаю? Как это работает? Все, пизда. Это был босс? Мудак какой-то, это было не босс. Фу, бля. Да. Жесть. Пришлось, конечно, по Латвии побегать. Бирюзовая краска, да нахуй мне. Записка, блядь. Деньги где? Банда ссаная. Налет на корчму под Серебряной Саламандрой, в общем-то, разрядил атмосферу. На болотах уже давно стало по свободе, потому что многих наших отправили туда на дело, но все равно при такой большой Ганзе руины Артах по-прежнему выглядят как долбанное торговище. Даже посрать уже нельзя в одиночестве. Вдобавок от этой сырости у меня ломит кости, и даже девочки меня не прогревают как следует. Надо будет присмотреть что-то новое, пока мои лоботрясы еще бойкие. После последнего дела. Теперь выбираем цель покрупнее. Я все чаще думаю о винодельне к югу отсюда, о Коронате. Она бы мне подошла. Стоило бы выслать какие-нибудь секреты. Чего? Все раздать и начинать думать о большом налете. Ну да, и надо занять делом пару ребят, а то уже каждый второй строит строчит мемуары. Литераторы гребаные взялись бы упражняться с мечом, а не за дневничками сидеть. Хватит того, что я веду дневник. Всыплю кнута одному другому ублюдку, а записками их задницу себе подотру. Может, тогда и возьмут за дело, как полагается, подобным порядочным бандитам. Дело в том, что по дороге сюда я напал на лагерь, и в нем там кто-то дневник свой вел, короче говоря. Что ж, ну это уже какой-то Borderlands прям почти. Дичь. Ладно, дальше пойдем уже в следующей серии. Это и так на полтора часа уже, наверное, затянулось. Я уже счет времени потерял. Факел. Так что, что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. Ну и все такое. Да, конечно. А вон еще один ублюдок. Двое даже. Теперь я новый король? Король погиб, слава королю?
А вот и кавалерия подъехала. Как своевременно, твою мать. Ну, целуйте мою жопу, что я вам могу сказать. Че, блядь, случилось? Я думал, я теперь директор этого зверинца, но нет. А руины-то эльфские. Ведьмак, позволь тебе на минуточку. Вот таким бы ведьмаком стать. Всех бы в гусь не дал. Не успел прочитать, что, ну да ладно. Все, короче, жмите, пишите.